Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Так, ежедневные награды быстренько забираем с тобой. Идем в магазин. Открываем бесплатно пак. Смотрим, что у нас тут. Ванька-стиранка, я сразу вижу наградочки. Так, значит, следующим, что мы с тобой должны сделать, это пройти серию испытаний. Давай быренько с тобой пробежимся. Кстати, здесь уже скоро. Ну почему скоро? Раз, два, три. А давай, наверное, мы с тобой пройдем. Пройдем вот это вот смятение. Ну а что, как говорится, мелочиться? Ребят, тут осталось 4 боя. Да? Я просто хочу Кренгу в очередной раз навалять сладких звездюлек. Ты понимаешь, да? Я его и люблю, и ненавижу. Люблю, потому что я его хочу, а ненавижу, потому что он все-таки злой персонаж. Сколько он всяких проблем нашим черепашкам сделал. Что в мультсериале, что в фильме, да? Так, смотри, что он творит, а? А ну-ка, на тебе. Воу-воу-воу, подожди, у него контратака. Хотя, знаешь что? Ага, промахнулся. А если блокирнуть? Вот и все, ребята, он способности уже свои применять не сможет. Добивочный. Так, Донателло. А у него броня. Ты посмотри, у него броня и плюс еще усиленная защита. Да хорош ты. Донни, успокойся, успокойся. Промахнулся. Не вытягивает, ребята, его 80 уровень наших 90-х. Это круто. Хотя, подожди, у Майки просто уклонение было, поэтому он и не попал. Ну что, я не удивлен, ребята. Мы с вами в последнее время все здесь проходим довольно легко. Именно на этих испытаниях. Я уже забыл, когда мы вообще с тобой здесь проигрывали. Это было давно и неправда. Ну что, давай пойдем быстренько с тобой здесь разберем. То есть получается всего 3 поединка у нас еще с тобой, да? 3 эпизодика, которые я сегодня намерен пройти. Ребят, вы понимаете, что сегодня у нас воскресенье. Завтра будет новая неделя. Наши платиновые осколочки нас уже ждут. Поэтому, как говорится, мы всегда в воскресенье с тобой закрываем все хвосты, все наши долги, все, что мы кому-то должны или где-то что-то не доделали, это вот воскресенье на это есть. Потому что в понедельник, ну, может не получиться, может быть какие-то дела, может быть на что-то отвлечься, можно будет поспать подольше, так как я в отпуске, ребята, я могу себе это позволить. Вот, а тем более не забывай, что я уже тебе объяснял, сейчас приобрел новое жилье. Сейчас будет небольшой там ремонт пока делаться, а после я займусь переездом. Переездом и... Ну, не получится у меня так часто снимать видосики. Хотя ты уже, наверное, заметил, что последнюю недельку я тоже как бы не очень часто снимаю. Ребят, все из-за вот этой вот беготни. Ну, потом все стабилизируется. Я хочу, кстати, во время переезда сделать себе комнатку типа студии, где никто мне мешать не будет, полностью ее изолировать, чтобы я мог там хоть заораться. В панельных домах такого нельзя, ребят. Слышимость будь здоров. А там домик кирпичный, там должно быть все хорошо. Такие вот у меня как бы планы. Но ремонтик тоже, я тебе скажу, выходит в копеечку. Несмотря на то, что как бы мне по минималке нужно вкладываться, но все равно, ребята. Так, ну что же, давай мы с тобой сейчас быстренько тут расчекрыжим. Давай-ка вот этого вот Кирби. Ага. Минусанули. Прекрасно. Ну, таракана вали. Вот они. Грибочки, которые я терпеть не могу. Причем так противно звучит. Человек-гриб. Да. Ну что, здесь можно, в принципе, попробовать уклоняшку. Но с другой стороны, зачем? Ага. Ты видел, что у кланфотовца там, а? Отложенная смерть. Опа, опа, опачки. Давай-ка мы, наверное, с тобой вот этому пропишем. Змейковьюну. Я думаю, что постепенно урон его уничтожит. Дальше пропишем Рокстеди. О, он упал. Так, пиццелицей падай. Ну и добиваем с тобой кланфотовца. Все, ребят. И как ты понимаешь, мы переходим с тобой на последнюю, заключительную битву, да, в этом измерении. Блин, я все вот надеюсь, когда же мне выпадет на этом испытании
Крэнк. По-моему, еще ни разу он мне не выпадал. Или было, но это так редко, что я даже и не помню. Поехали. Крип. Мне подписчики говорят, что Крип на самом деле очень крутой чувак. Типа говорит, Рэй, прокачай его, не пожалеешь. Неужели это правда, а? Ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я не спорю, Крип, он идет как провокатор. Но насколько он хорош как провокатор, вот в чем дело. Ты знаешь прекрасно, что провокаторов у нас много. Один из них топовый, это Рафаэль. Потому что он имеет контратаку. Это самое лучшее, я считаю, для провокатора. То, что ты стоишь в защите, да, защищаешь свою команду, так еще и контратаку делаешь, когда тебя бьют. Это считается имба. Ну что же, вот он Крэнк, как всегда, потеряет свои лапки маленькие. Ну, мы его обычно с тобой уже очень быстро уничтожаем. Он... О, начинается с ракеты. Зря ты, парень, так зря. Очень зря. Мы хернемся с тобой, но это уже понт. Выпендрешь, так скажем. Поехали. На-ка. А заблокировать? Нет, у Саги этого не стал делать. Блокировать способности — это не его, да? Он сказал, сегодня будем драться по чесноку. Ну, тогда Рафаэль его и добивает. Вот и все, Крэнк там вылазит. Как всегда, недовольный. А кто бы был доволен, если так вот получить по морде? Никто. Ну что, ребята, побед за нами. И теперь настало открывать призы. Во-первых, получаем с тобой пак. Это самое такое основное. Ну, а потом еще и сундучки. И вот я надеюсь, что из этого пака... Ну, дайте мне что-нибудь такое, что у меня нету. Это есть, это есть, это есть, это есть. Ну и сюрикены. Собрать и сбросить. Поехали, вскрываем. Ноутбук. Камень Талик. Кошка. Так, пропуск. Крысиный король. Муха. Эй-эй-эй-эй-эй. Пульверизатор. Крис, опять пульверизатор. О, Леонардо фильм. Ну ладно. Так, здесь Майки оригинал. Донателло классика. Ай-яй-яй. Ну, это все, ребята, у меня есть. Все абсолютно есть. Крэнк, к сожалению, мне не выпал. Ну, тем не менее, ребята, мы получили с вами немножко долларов, да? Ух ты. А, что-то я уже подумал, что мы достижения с тобой получили. Нет. Ну, и остается у нас с тобой искать. Кстати, ребята, вы в курсе, да, что на Шреддера мы с вами нашли... Ну, все, до шестой ступени прокачали. Естественно, это я не буду прокачивать до седьмой. И начал прокачивать Сплинтера. Да, несмотря на то, что у меня Джастин прокачан, Змейковин прокачан, Сплинтер по навыкам не прокачан вообще. Я немножко удивился. И также у нас не прокачан с тобой Шреддер, которого мы когда-то давным-давно хотели прокачать, что у него там по навыкам. Воу, воу. Я заврался, ребята, у нас Шреддер прокачан. А что вы мне писали? Прокачай, прокачай. Не знаю, ребята, вы меня смутили, так сказать, даже этим. Даже тигриный коготь, да, у меня и то прокачанный. А Сплинтер нет, поэтому мы будем с тобой прокачивать именно его тогда. Так, что у нас тут? Инструменты. До шестой ступени мы с тобой точечный удар прокачаем. Ну, эти вот каски, шляпа с напитками, довольно тяжело выпадает. Хотя сейчас почему-то... Последний раз, когда я пробовал все это получить, у меня не выходило. Так, вот тыку дают, и все. Нет, ну тут вот все нормуль. Смотри-ка. По-моему, даже мы уже... Да, насобирали. Остается 10 ящиков с инструментами. Поехали. Ящики довольно легко выпадают, поэтому, ребят... Ать! Не туда. Так, это второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Воу-воу-воу, пошло-пошло. Девятый и последний. Изи. Вот это я понимаю, ребят. Ну что, ой, мы можем вот это даже прокачать. Удар ядзюцу. Блин, удар ядзюцу, мне кажется, было бы круто. Но я все-таки, ребят, точный удар прокачиваю. Все постепенно, все по порядку. Так, в следующий раз нам с тобой вот это нужно.
Так, 8 пультов и 2 комикса. Ну, это ерунда, на самом деле. До 4 ступени. Вознесение. Не забывай, что это основной, ребята, баф у Сплинтера. Причем баф рандомно. Так, ну что, забираем с тобой здесь награды. И поднять уровень персонажа. Я думаю, ты уже понял, кому я буду повышать уровень. Да-да-да, именно нашему Шреддеру. Так, буквально 3000 не хватает, чтобы еще левел поднять. Ну да ничего, ребята, я его прокачаю. Ух, я его прокачаю. До 90 уровня это как минимум. Там дальше уже будет видно, стоит ли его до соточки качать или кого-нибудь другого прокачивать будем. Так, ну что, в магазине. А, кстати, да, кто-то написал: рейд, ты забыл купить. Да, ребят, я забыл действительно купить. У меня уже 185 жетонов. И мы с тобой, что там? Алапекс. Да, конечно же, Алапекс. Еще 110 остается, значит, на следующей серии. Еще 3 ДНК. Это будет уже 89. Почти 90. В общем, скоро-скоро у нас Алапекс покачается. И еще жетоны у меня есть. 610 штук. Мы с тобой... Да елки-палки, да закрой ты. Мы с тобой, как обычно, ребят, прокачиваем нашего Рафаэля, да, ролевой. Берем, нам как раз 610 и нужно. Итого 95 ДНК. То есть 5 ДНК находим. Может быть, даже в испытании где-нибудь выпадет. И мы его прокачаем. Если не ошибаюсь, он у нас, по-моему, еще в серебре. Поэтому в наших интересах прокачать его до золота. Ну что, турнирная арена, конечно же. Лига мастеров 3 звезды. Как видишь, ранг у меня 58. Немножечко нам с тобой постараться нужно. И мы с тобой возьмем сегодня топчик. Поэтому... Ах ты! 5 откатов, ребята, 5 откатов. Это, кстати, не смешно, нифига. 5 откатов, блин, да как же так-то? Ладно, я возьму змейковину, блин. Ну что ж ты будешь делать-то? Это мало, друзья мои, это сколько получается? Всего 2 поединка. А нам нужно как минимум 5 боев провести. Хм. А давай попробуем. Нет, мы, конечно, можем с тобой купить откаты. 10 штук, как минимум. $250 у нас с тобой есть. У нас даже, по-моему, где-то около 600 бакинских накопилось. Так что, если какая-то будет проблема. Но вот я хочу для себя сегодня сделать как бы такой небольшой челлендж. Смогу ли я пройти, не покупая откаты, а воспользоваться чисто своими силами? Вот просто интересно. Я думаю, что тебе, наверное, тоже будет интересно. Так, я возьму здесь Усаги, возьму Майки, возьму Дони. Так, Железноголовый выпросился, да, пойти в бой. И Рафаэль. И Рафаэль. Вот все бы неплохо, кроме Рафаэля. И Муху тем более я не хочу брать. Риски, ребята. Карайка ватная. Сплинтер, блин, недокачанный. Вот что ты будешь делать? Интересно просто посмотреть на эту всю схему глазами, как говорится, обычного человека. Или обычного черепашки. Без усиления, без всего, ребята, играем. Так, Усаги ходит первым. Ага. Дальше идет Зек. Бросает бомбочку. После этого мы сделаем с тобой баф от Сплинтера. Неплохой баф. Сюрики. Так, постепенко, постепенко и постепенко. Да, ребят. Они все отдуплились. Я уже специально, ребята, экономлю. То есть один откатик всего лишь трачу. А у нас 4 еще осталось. И посмотрим, смогу ли я сегодня топ взять. Да по идее, наверное, смогу, ребят. Правда, что-то вот как-то продвигаемся мы с тобой медленно. Очень медленно. Так, Даниэль. Окей, Даня. Я возьму опять же Усаги. Здесь возьмем с тобой, наверное, Рокзара плюс... Не, Железноголовый он... Он очень медленный. Очень медленный. Наверное, я возьму лучше Бакстер. Тоже не скоростной. Но, тем не менее. Рискую. А знаешь, почему здесь большой риск? Потому что здесь есть Донателло. Ролевой. И у него есть массовая атака. Даже если наш Рокзар встанет в стоечку, да... Он может все равно дотянуться. Сейчас все многое зависит от нашего Усаги. Как он... В принципе, неплохо, ребят, неплохо, но... Донателло жив. И тут придется брать провокацию.
просто придется, ребят. Оу-оу. Я вот чё-чё, ну никак не мог подумать, что они практически все отдуплятся от постепенки, которую повесил на них Усаги. Ты видел, сколько у них здоровья было? Ну, половина так точно. И просто они все упали. Шикарно, Усаги, что я могу сказать. 27-я позиция. То есть 3 боя, 3 отката. Тяни как хочешь, называется. Берем Илью. Слушай, Илья, это случайно у меня не наш ли родной Илюха, а? Иллинойс. Мне кажется, это он. Да, я не спорю, персонажи, конечно, другие, но жалко, фотки нету. Так, ну-ка посмотрим. Если я возьму муху, паукуса. А кого я могу... Подожди, нет. А кого я могу в помощь поставить? В принципе, Армагона. Поверь мне, если даже Усаги сейчас не добьет их всех, Армагон со своим супер-пупер-валуном... Эй! Ребра пересчитает практически всем противникам. Тут по инициативе, по-моему, нас никто переплюнуть не сможет. Сейчас мы с тобой проверим эту гипотезу. Так, видишь, опа, а Усаги-то здесь немножко простоволосился. Но я думаю, что Армагон нас не подведет. Блин, ну он красавчик. Ребят, он красавчик, вот Супер Шреддер красавчик и Армагон. Вообще никаких претензий у меня к ним нету. Так что двигаемся с тобой дальше и посмотрим, какая позиция у нас сейчас с тобой будет. 15-е. То есть два поединка еще, да? Два отката. Как раз должны с тобой уложиться. Эрагон. Эрагон. Чип и Кауан. Давай я, наверное, возьму Чипа. Почему-то мне кажется, что Чип будет послабее всех остальных. Но это не точно. Так, подожди, Железноголовый, что ты вот лезешь? Раз, два. Как вот ты думаешь, нормуль? Должно сработать. А тут, видишь, нет у нас с тобой супер такого массового дамага. Ну, не считая, конечно, Усаги. Вся надежда на Джастина. Ну и на Тигра. Если он сделает дебаф на понижение брони, то Джастин, скорее всего, их сможет всех добить. Ну-ка, проверим. Так. Воу. У меня Шреддер 70 уровня круче, чем Джастин. Что-то новое, ребят. Посмотрим, пробьет он или нет. Ну, почти, ребят, почти. Так, этот от постепенки дуплится. Вот надо нам с тобой здесь. Все. Все-все-все. Как ты видишь, идеальная победа. И мы с тобой какое место-то займем? Наверное, 5-е или 6-е. Покажите мне, пожалуйста, результаты нашего поединка. 4-е даже. То есть один откат, один бой и топ-место. Вот так вот, ребята. Берем с тобой ноунейма. Один откат трачу на Усаги. Тут у нас с тобой Супер Шреддер, Крис Брэдфорд, Железноголовый и Тимати. Можно было бы, конечно, и караечку взять, но уже незачем. Так, ребята, поехали. Кручу-верчу, да, как говорится, наказать хочу. И он накажет, поверь мне, он накажет. Причем очень круто наказал. Ну, а нас, наш Супер Шреддер в плане... Да какой же это... Вот, ребята, сколько раз играю, сколько раз уже говорил, перемалывал этого Донателло. Но он крутой, ну согласись. Ну как он может выжить после вот двух атак? Усаги сделал супер атаку. И Шреддер сделал. И он стоит еще и радуется. Ну что, мы с тобой попадаем в топ. В топ место, ребята. Это была наша сегодняшняя цель. Но у нас еще есть испытание. Я не знаю, так... Я хотел вот эту испыташку пройти, да, Армагона? Эх, как же меня ж прям... Или же мы с тобой можем... Блин, ну тут было бы, конечно, круто. Ладно, пойдем с тобой на Армагона. Попробуем пройти. Хотя, что тут пробовать пройти, если мы и так пройдем, потому что... Нам с тобой дали здесь одну имбу. Он один. А, нет, 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 вру, ребята. Он у нас тут с белочками, да? Мутант белки. Тут даже думать нечего. Сразу вертушку. И все. ДНК на Армагона мне не нужно.
Но, ты знаешь, сюрикены лишними не будут. Хотя у меня их уже столько накопилось. В магазине не так часто выпадают персонажи, которых можно приобрести за сюрикены. Поэтому они очень-очень, как говорится, долго у нас уже копятся. Так. Ууу, Майки, 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 ты красавчик. Взял просто-напросто и наказал Ромагошу. Просто взял и наказал его. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Это у нас второй был эпизод, их всего здесь, по-моему, 6 штук. Переходим с тобой, короче, на третий эпизодик. Да, 6 эпизодов. Эти мутант-белки, конечно, не помогут ему. Это все-таки вот... где у нас грибы помогают люди? А, на Усаге. Вот там, да, там вот бесят прям. Они эти уклоняшки еще свои ставят. Там сложно. А белки? Ну что они, ребят? Да ничего. Просто падают, как листья осенью. Давай-ка... не, давай вот так вот, наверное, сделаем. Вот этот удар мне больше всего нравится. Тройной укус я его называю. Отлично. Армагон еще так летит. Мне кажется, они с одной стихии. Вот эти вот черепашки-ниндзя космические, да? И вот этот вот Армагон. Такое ощущение, что туда можно приплюсовать и Джастина. К ихней стихии пришельцев. Ну, так же, как и мутант-белки, да? И Кренги, кстати, тоже с космической стихии. Так, ладно. Воу. Ну, ты смотри-ка, как ты начал борзо, а, парень? А я вот так вот сделаю. И фиг ты попадешь больше по нам. Угу, конечно. Держи карман шире. Белочки. Оу, попало. По майке так вообще не могут попасть. Ну что, давай делать вертушку. Опачки. И тройной укусик, пожалуйста. Армагон уже на себя повесил броню, кстати. Оу. Выживает. Тройной укусик-то уже не срабатывает с первой попыточки, как ты видел. Ну что же, двигаемся дальше. Остается всего 2 эпизода впереди. И дают нам 3 ДНК. 5-й. На 5-м уже, ребята, сколько там у них по уровню? 80-й. 80-й левел. А на последнем поединке будет 90-й, получается, да? Окей. Воу, ничего себе, ты пар... вот так вот, ребята, он шутить не любит. Сразу за валун схватился. Мы с тобой вешаем в первую очередь, конечно же, уклонение. Хотя можно было и хильнуться, но сейчас будут ходить белки. Уклонение нам просто здесь необходимо. Угу, в ответку, правильно. Так, делаем с тобой вертушку от Леонардо. Так, 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 тут давай тройной удар. Фиг с ним, тройной укус точнее. Добьешь? Рафик, Рафик, что ж ты так? Опа, 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 сейчас кому-то будет больно, ребят. Промахнулся, отлично. Теперь просто выпендривайся. Делаем с тобой полный отхил. И пробиваем. Ну что, у нас остается последний эпизод. Но я тебе скажу, что там уже подурачиться вряд ли получится. Потому что ты видел, сколько отнял здоровья он здесь при броске своего валуна. На 90 уровне это будет где-то в 2 раза больше урон. Но тут и ДНК 4 штуки дают. Вообще, Армагон, если проходить полное испытание, да, очень легко фармится. Очень легко, ребята. Поэтому я считаю так. Если у кого-то нету, ну, предположим, Усаги, то вполне можно заменить его именно на Армагона. Он крутой. Поверь мне. Так, ну что, мы с тобой сделали уклоняшку. Единственное, что у нас с тобой пониженная атака. Вот это, конечно, бесит. И это все сделано у нас Армагон. Так, ну что, блин, вот вертушку делать, блин, на пониженной атаке, ну я не знаю, ребят. Ну видишь, недобитыши. Тогда пойдем другим путем. Бросаем с тобой валун. Армагон, конечно, да. Выжил. А если мы сделаем апперкот? Ага, постепенно урон повесили. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то, друзья мои, будет. Трындец. Выживаем на добром слове, да? Называется. Отхилялись. Так, я думаю, что... ну да, должны мы его, наверное, сейчас ушатать. Что он там будет делать? Укус.
Давай тройным укусом попробуем. А, у него броня, ребята, висит. Прикинь, у него броню настакал. Только сейчас мы ее сняли. Обычный удар, в принципе, постепенно урон не убил. Во-во-во-во-во, тройной удар делает, ребят, укус. Ха, у меня тоже была броня. Так что ничего у него не получилось. Лео, давай, кончай с ним. Все. Все, ребята, мы с вами здесь прошли. Прошли это испытание, заодно посмотрим, сколько у нас с тобой там осталось сыра. Может быть, попробуем немножечко фармануть. Сыра 26 штук. Вот смотри, вот здесь вот, ребята, я сразу тебе скажу, не советую здесь фармить. Очень большой шанс, что тебе выпадет нейтрализатор или тот же армагон. Но это именно мне, потому что армагон у меня уже есть. Вам-то, конечно, лучше здесь фармить. Но, как по мне, у меня вот, вот здесь вот все-таки больше устраивает. Вот здесь вот вообще имба. Потому что здесь, ну, сам видишь, да, даже вот тут армагон есть, а вот здесь его нету. Поэтому я попробую здесь две попытки, или сколько у меня там, три. Опа, видишь, Майки Космос уже выпал, отлично. Это плохо. И последняя попытка. 40 жетонов. Но, тем не менее, Майки Космос выпал, я уже, ребят, доволен. Я уже доволен, как удав. Ну что, завтра можно, кстати, еще попробовать перед откатом потратить весь сыр именно на фарм. О, тут уже, видишь, уже откат пошел. То есть уже в понедельнику готовятся. Так, а что у нас там по... Жалко, здесь нельзя, знаешь, как бы вот разделить там черепашки, ниндзя, например, космос, хоп. И они все как бы, ну, отсортировываются. Где они у меня вообще, космические-то мои черепашки? Эй! Так, фильм. У меня только вот Донателло. Ему осталось тут, ребята, ну как, немножко. По звездам немножко осталось. Пятую звезду. О, тут и Рафаэль, и Майки. Рафаэль, Майки. А самый отстающий, получается, Леонардо. Угу. Вот оно как. Блин, 5 ДНК, ребята. 5 ДНК, и он у меня будет... А почему я... Я говорил, что он в серебре у нас. Ребята, нет, он в золоте. Просто нужно перевести его в фулл звезды. Да, ошибочка вышла. Ну да ничего страшного. Блин, 10 ДНК из 100. Еще 90 нужно на Кренга. И Алапекс у нас уже скоро подходит. Также и Леонардо Ролевой. Да тут все, ребята, все потихоньку уже готовятся стать фулловыми. Ну что, друзья мои, а на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!